Памятник погибшим землякам в деревне Жуковка преобразили. Стелу отремонтировали, облицевали гранитными плитами. Для защиты от осадков установили металлический навес. Заменена дорожно-тропиночная сеть на гранитную. Была выполнена высадка растений газона, высадка растений порядка 2000 кустарников. Установили фонари, лавочки и систему видеонаблюдения. Сквер стал местом притяжения для местных жителей. Здесь можно отдохнуть и с комфортом провести время на свежем воздухе. Вот таким мемориалом делать зону для постоянного пребывания, не только на 9 мая или на какие-то памятные даты. Чтобы все настолько было комфортно для людей любого возраста. До конца весны перед обелиском смонтируют информационные стенды. Основания для них уже готовы. А по инициативе жителей деревни на мемориале появилась фамилия еще одного участника Великой Отечественной войны – Павла Гурьяновича Клюквина. Карина Еряшева, телекомпания «Одинцова».